Всем привет! Сегодня сделаю вот такой необычный, стильный лунный маникюр. Кому интересно, оставайтесь со мной. Перед покрытием гель-лака ногтевую пластину я запиливаю бафом. Затем я ногти обезжириваю и буду приступать к покрытию. Наношу базовый гель-лак, не забываю запечатывать торцы ногтей и отправляю в лампу. Все материалы, которыми я буду пользоваться в этом видео, есть внизу в описании под видео. Затем я наношу цветное покрытие в два слоя, каждый слой просушиваю в лампе. Наносить дизайн я буду с помощью гель-краски, но также вы можете использовать обычный гель-лак белого цвета. Часто вижу вопросы в комментариях под видео о гель-краске, которой я пользуюсь. Не скалывается ли она у меня? Нет, такого я не замечаю, она не скалывается. Я просто очень хорошо наношу финишное покрытие, запечатывая торцы ногтей.
Как вы видите, сегодня у меня для вас такое нестандартное видео. Это не классический совсем маникюр, это такой маникюр очень стильный. Смотрится он очень интересно и стильно. На каждом ногте лунка, как видите, отличается друг от друга. То есть несколько вариантов прорисовки лунного маникюра мы видим в этом видео. Если вы сделаете этот вариант маникюра в нежных оттенках, он еще будет смотреться не только стильно, но и нежно. Синий цвет я буду наносить в два слоя. Если белый цвет не дал в первый слой желаемого результата, также его можно нанести во второй слой. Приступаем к нанесению стразов. Также я буду использовать вот такие бульонки. Можно заменить обычными стразами. Сначала буду приклеивать бульонки. Наносить я их буду на обычный гель для наращивания, который, как видите, я нанесла тонкой кистью. Воспользуюсь апельсиновой палочкой для того, чтобы приклеить бульонки на ноготь. Вот что у меня получилось. Отправляю лампу. Затем я наношу финишное покрытие. На этот ноготь покрытие я буду наносить тонкой кистью.
Вот что у меня сегодня получилось. Кому понравилось, ставьте лайк. А также не забывайте подписываться, у меня еще будет много для вас интересных видео. Заходите на мой канал, смотрите мои плейлисты, может быть, вы найдете что-то для себя интересное и полезное. До скорых встреч!